Так. Кругом у них вот такие петухи. Улики, курицы. Место мало посещаемое, поэтому хочу вам его показать. Смотрится просто изумительно. Посреди джунглей такой храм золотого колокольчика. Сейчас покажу вам панорамочку снизу. Посмотрите, какая красота. Здесь у них подношение духом. Место отличное, место красивое. И вокруг такая тишина. Почему называется именно так? Потому что Будда накормил обезьянка накормила Будду медом. Такие лестницы. Здесь идут они наверх. Смотрится очень красиво. Монахи идут за подношениями. К монахам запрещено прикасаться. Сейчас вам их покажу. Красота вокруг. По каждому неделе стоят сами себя и окружающее биополе. Там все видят, там все знают. Посмотрите, у меня с мартышкой, пожалуйста. А можно я подойду к мартышке? Ну, можно. Ну, не нужно. Протягивайте. И долго не смотрите в глаза мартышке. Они начинают нервничать. Ну, пойдите, купите орешков, да покормите. Храм золотого колокольчика. Начинают обезьянки подходить. Если загуди, значит вы святой человек. Ой, какой смешной.
Открытую, протянутую ладонь. Вот так. Ничего открываете, не... ничего больше не делайте. Все, присядьте. Присядьте, они сейчас подведут. Опа. Видите, гоняет. Казалось бы, вот уже орехом насыпали, все равно. Гоняет всех. Надо туда, наверное, пойти. Пойдемте вон. Ой, смотри, какие хорошенькие лапочки. Такие малюсечки совсем. Не голодные, видно даже. Вот эта девочка, да? Окружаю. Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. В таком красивейшем месте я сейчас нахожусь. Это остров Кочанг. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Ставьте там лайк. Ребята, я нахожусь на пляже Клонг Прао Бич. Вот этот аквапарк тоже к нам относится. Инфраструктура здесь вся рядом. Сейчас вам ее прям подробненько покажу. Это буквально метров 150 от отеля. А вы не забудьте поставить мне лайк. Подписаться на мой канал. Татьяна Деревенька. Смотрим. Инфраструктура, несмотря на то, что это остров, очень развита. Пошла специально на рыночек, потому что хочется какое-то себе воспоминание оставить о Кочанге, об этом красивейшем острове. Я себя прям почувствовала в раю, но это просто вот баунти кокос. Вот такая вот карта Кочанга. Мы находимся на Клонг Прао Бич. Место очень аутентичное, запоминающееся. Наверное, я вам скажу так, что я влюбилась в это место. Что мне понравилось? Вода здесь более соленая, на самом деле. Прям более соленая. Даже на поверхности держишься. Такое ощущение, что ты находишься на мертвом море. Песок просто изумительнейший. Он как мука. Ну, а мы с вами смотрим инфраструктуру прям подробненько. Я знаю, что многие поедут на Кочанг, возможно, так же, как я, на экскурсию на 2 дня. И это будет однозначно полезно. Пришла я вот оттуда. А здесь у нас итальянская и тайская кухня. Ну и все показано. Мама Том. Есть кафе. Тук-туки очень хорошо ходят. Стоимость проезда в зависимости от того, где вы находитесь. Здесь можно постричься. Массаж Мама Том. Для любителей массажа. Ну и посмотрим цену. Ну и массаж с маслом будет стоить 300 бат. Кстати, вот тут все есть. Подробненько покажу. Многим это интересно. Хай! Фу.
можно сфотографирую? Вот так. Такие цены на массаж на Качанге. Ну и прям подробная инструкция. Мама-массаж называется. Здесь можно купить экскурсии на Ковай, Комак, Корайон, Кокут. Ну и также есть минивэн. Отправление. Таксибот. Цены все перед вами. Есть дайв, есть с маской, с трубочкой. Можно погрузиться. 4 острова 650 бат предлагают. Место действительно красивое. Мне очень понравилось. Ну и вот тут все прям подробненькая карта. Есть также вот такое такси. У них домики для духов. Тайцы их очень почитают. И каждый день делают им подношения. Поэтому, когда вы приезжаете в Таиланд, относитесь с пониманием и с принятием этой страны. Можно снять деньги с карты, весы, интернет этот хороший. Есть обменник. Вот это можно тоже снять. Вот даже, смотрите, Union Pay, наши российские работают здесь. Ну и курс бата на сегодня. На 27 число 39, а продажа open работает до 10 вечера. 32 458 доллар. Ну и российский рубль, кстати, здесь 0,27, самый выгодный курс. Есть аптека. Кто бы мог подумать, кстати, насчет этого. Здесь очень выгодно рубли менять на сегодняшний день. Сейчас зайдем. Ну и цены все перед вами. Хочу себе что-нибудь прикупить. Делаю вам быстренько обзорчик. Такие большие бутылки с шампунью. Чисто тайский магазин. Сейчас буду основное показывать, что здесь есть. Ну и покажу цены на кофе здесь. Макона 162 бата стоит. Кстати, это недорого. Кофе здесь очень хороший. Ну и покажу цену на чай. Здесь, дорогие друзья, прикупила себе вот такое платье. Здесь на Качанге 449 бат. Очень довольна. Оно еще к тому же светится в темноте, как мне сказали. Сейчас мы с вами попробуем. Да. Как это все выглядит. Креветочки с острым соусом. Ну и рис 20 бат. Скромная еда, которой вполне можно наесться, даже при небольшом бюджете. Сейчас мы с вами попробуем и сделаем свои выводы. Есть еще вот такая корзинка со специями. Если, допустим, вам не остро, то можно добавить, допустим, есть тут у нас чили. Что мы и сделаем. Подается все вот на таких банановых листьях. Ну и самое главное, цена, за которую я это все прикупила. Вот это все идет у них в комплекте бесплатно. Вот с таким прекрасным видом на Качанг можно посидеть. И качанговцы очень добрые люди. И поэтому, вы знаете, она так обрадовалась, когда у нее за 400 бат купила это платье. Кстати, комары здесь кусаются все-таки, да, это остров. Итак, принесли ложку-вилку. Сейчас посчитаю, сколько здесь креветочек. Водичка. Итак, считаем, сколько здесь креветок с вами. Креветок здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Ну и острое карри. Дегустируем. Сейчас вам все скажу.
вкусно это или невкусно. Рис большая порция. Ничего не могу сказать, свежайшие морепродукты, вкус у них соответствующий. Большую чашку риса принесли сразу же, как тайцы любят. Ну и сейчас еще попробую карри, которое здесь также у меня присутствует. Очень вкусно приготовлено, вот прям по-домашнему. Однозначно рекомендую попробовать зайти в какое-то местное блюдо, потому что кочанг еще славится своим качеством блюд. Место мне очень понравилось. Кочанг однозначно стоит посетить. Вы знаете, сейчас еще покажу вам пляж. Я влюбилась. Просто влюбилась в него. Ну и резюмирую по этому кафе. Цена ужина здесь мне вышла 180 бат. Я думаю, что это нормально. Я очень наелась, очень довольна. Все очень вкусно и не остро. Сейчас мы еще с вами посмотрим шоу. Поехали! Удивляйтесь, дорогие друзья, прикупила себе вот такое платье. Здесь на Кочанге 449 бат. Очень довольна. Оно еще к тому же светится в темноте, как мне сказали. Сейчас мы с вами попробуем суп. Да. Как это все выглядит. Креветочки с острым соусом. Ну и рис 20 бат. Скромная еда, которая вполне можно наесться, даже при небольшом бюджете. Сейчас мы с вами попробуем и сделаем свои выводы. Есть еще вот такая корзинка со специями. Если, допустим, вам не остро, то можно добавить, допустим, есть тут у нас чили. Что мы и сделаем. Подается все вот на таких банановых листьях. Ну и самое главное, цена, за которую я это все прикупила. Вот это все идет у них в комплекте бесплатно. Вот с таким прекрасным видом на Кочанг можно посидеть. И кочанговцы очень добрые люди. И поэтому, вы знаете, она так обрадовалась, когда у нее за 400 бат купила это платье. Кстати, комары здесь кусаются все-таки, да, это остров. Итак, принесли ложку-вилку. Сейчас посчитаю, сколько здесь креветочек. Водичка. Итак, считаем, сколько здесь креветок с вами. Креветок здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Ну и острая карри. Дегустируем. Сейчас вам все скажу. Вкусно это или невкусно. Рис большая порция. Ничего не могу сказать, свежайшие морепродукты, вкус у них соответствующий. Большую чашку риса принесли сразу же, как тайцы любят. Ну и сейчас еще попробую карри, которая здесь также у меня присутствует. Очень вкусно приготовлено, вот прям по-домашнему. Однозначно рекомендую попробовать зайти в какое-то местное блюдо, потому что кочанг еще славится своим качеством блюд. Место мне очень понравилось. Кочанг однозначно стоит посетить. Вы знаете, сейчас...
Yeah.